Большое удовольствие от имени своих коллег депутатов парламента, от себя лично поздравляю всех вас с великим праздником, днем нашей общей великой победы. Более 5000 уроженцев Кировского района сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Первый герой Советского Союза, удостоенный этого высокого звания годы Великой Отечественной войны, был уроженец Кировского района Хаджимурза Заурбекович Минзетов. Летчик стал героем Советского Союза, так что можете, уважаемые станичники, гордиться своим земляком. И очень важно для нас, для взрослых, для молодых, помнить о нашей славной истории. Вот те герои, которых я назвал, какие же герои были в ваших семьях, это ваши дедушки, ваши прадедушки, знаете свою историю, историю своих семей. И сегодня мы все, каждый на своем месте должен равняться на самых лучших. Так что всех с праздником, мира, добра, благополучия нашей замечательной многонациональной республики, мира, добра и благополучия каждой семье. С праздником, друзья! Также слово предоставляется главе администрации Кировского района Батяеву Казбеку Узатбековичу. Дорогие друзья, уважаемые гости, от имени администрации Кировского района приветствую всех сегодня на этом мероприятии. То, что соревнования предложены 79-й годовщине победы Великой Отечественной войны, это символично. Мы все должны помнить героев наших славных отцов, дедов, прадедов и передавать поколение поколению. Сегодня наша задача пустить здоровое молодое поколение. И важно, чтобы вот такие мероприятия проходили у нас, во всех наших настроенных пунктах. Сегодня к нам в гости приехали почетные гости. Спасибо большое, прекрасно с вами, спасибо, ребята, что приехали, чтобы быть вместе с нами сегодня на нашем празднике. Ребята, растите здоровыми, умными, мира и добра. Поздравляю, ребята, гимн России.